Здесь находится животное романовской породы. Завод «Оленинский путь», Ивановская область. Племенной баран. Это одна из старейших пород. Благодаря Петру Первому она была завезена в Ярославскую область как шубное, животное шубной породы. Вдумайтесь, тулуп из шуб этого животного весит 3 килограмма 200 граммов. Тулуп! Сегодня эти животные, как сельхозприятие, большое распространение, личные способные хозяйства, большое распространение. И в разных отраслях, которые даже найдем, покажем, что получают, какое помощное поголовье получается. Спасибо, Ленин, сегодня здесь. Это одна из интересный ворот Карагуева. Стоп. Изделия из Карагуя этих животных по цене дороже, чем норковое пальто. Сегодня, конечно, мы где-то немножко потерялись. Но главное, что полыны, сколько колыны, именно завод полыны. В тяжелые времена сохранился, сегодня развивается. Изделия возле павильона клетки этих животных есть, можно посмотреть. Удачи вам, добра вам, плодотворной работы. Мы переходим к новой породе. Буквально в этом году получила статус породы. Кадумская. Материнская основа этих животных. Романовка. Отец по линии. Господь, это один, американец. Вот что мы сегодня имеем. Это не шерстная порода. Я вчера разговаривал с руководителем, кто здесь. Он сказал, мне шерсть не важна. Мне важно мясо. Ну, с одной стороны, может быть, прав. Хотя, как говорят, собцы надо брать все, что можно. И молоко, и шерсть. И мясо. Молодец, умница. И если взять сегодня продукцию овцеводства, овцы, то когда-то, мы перейдем, когда-то все наши мериносовые стада были одного направления, шерстного направления. Когда вся шерсть, я могу смело сказать, наверное, 90% уходило нашим вооруженным силам. Все мы служили, все мы знаем, куда она шла. Сегодня, если 60% раньше моя шерсть имеет, то сегодня наоборот поменялось мясо. Но недавно умер хороший человек, профессор, доктор наук, Ульяна Алексеевна Николаевна. Он говорит, продукция животных на первое место всегда выходит молоко. И работа продукцию сыры. Это самое выгодное занятие. Но главное, что мы сегодня не потеряли. Мы переходим к переносу. Можно так сказать? Пока что переносов. Это Крестьянское фермерское хозяйство Исаева. Одна из старых пород. Советский перенос. Она была выведена в Кашужинных степях, в Ростовской области, Ставропольского края. Шерстные, крупные, шерстного направления были. Сегодня в этом хозяйстве занимаются, активно занимаются улучшением этой породы. Там в клетке есть сегодня кавулы животные уже, явка выражены, мясные формы. Что вам хотели показать? Здесь просто старый тип советского мериноса. Она сегодня улучшена. И как в Австралии говорят, это уже животное модерн. Есть и формы, есть и качественная жизнь. И вот мы переходим в Ростовскую область, Санкт-Петербургское хозяйство Исаева. Спасибо большое вам. Переходим в Ярославскую область. Мы давно не хотели видеть на такой вот выставке. Но были проблемы по Кривовка. В этом году у них все получилось неплохо. Значит,
очень симпатичная женщина, которая проводит эксперименты. Человек неравнодушный к этому. Я сказал, когда смотрели Романов, значит, Романовская овца. Производитель продукции для сельского хозяйства, компания Щелково Агро. Главное направление ее, это было шумное направление. Полистрично, на круглый год может приходить в компанию. Ну, говорят, что это вас семейки, и за 4 время видим нормальное, но это все лукарки. Это не лукарки. Ну, чтобы улучшить мясные формы, это все можно. Наталья Николаевна, я бы попросил вас, ну попробуйте одного сюда вывести, полукровное животное, девчоночка. Пока мы тут хотим, мы покажем. Это мама будет, Романовка, чистая Романовка. Отец, когда она вывезла животное, пол торше, и вы сегодня увидите совсем другое животное. Обратите внимание на этого животного. И наш бабушка, она, они примерно одинаковую по весу. Самое крупное животное, северокавказское, мясорубная порода, 80 килограмм. Да. Это барабан, все третий. Вам за деньги, это животное, за Ставропольского края, за Нитов, но завод от Востока. Мне бы хотелось сказать сегодня спасибо руководителю этого хозяйства. Я называю так. Это порода сегодня одного человека, Лобанова Федор Васильевича, героя труда Ставропольского края. А героев просто так не дают. Героев дают, да? Когда-то, ну, немножко сегодня есть кобрать на вокале, как бы одно хозяйство, то мы можем ее потерять. Хотя эти животные, вот многие подходят вчера там, вот мы бы хотели Подмосковье видеть мериносов, вот таких животных. Ну поймите, мериносы для этой зоны, искали, там наши. Я могу с трудом сказать, что не пойду. Северокавказская. Без проблем. Без проблем она будет. 34 регионов Российской Федерации. Спасибо тебе. Вот, я вам говорю, что сегодня получили от Агриволга, Натальи Николаевны, мама этого ягненочка, такого окраса, это Романовская овца. Сегодня 7-месячный ягненок. 54 килограмма. Хороший местный режим. Спасибо большое, Виталий. Мы переходим к одному из ведущих заводов селекционно-клинического центра «Маныч». Это животное российское, что мериносы. Хотя это хозяйство имеет сегодня две породы. Какой-то маночный тип, маночная порода и российское, что мериносы. Я хочу сказать, вот будем, вот они стоят, два хозяйства. Вторая пятилетка Ипатовского района, селекционная инициатива. Две породы. Жалкинский меринос, это животные рогатые. И кабулы в российском местном мериносе. Я бы хотел, чтобы показал Петр Сергеевич шерсть этого животного. Показывай шерсть этого животного. Смотрите. Мериносовые стада. Вчерашний день. Я образно говорю, вчерашний день. Имели направление шерстное. Только не шерстное. Сегодня эти животные имеют от 20 микронов, 18-20 микронов, и отличные мясные формы. Но я честно хочу, на будущий год я вам обещаю, что мы научимся водить животных. Вот они говорят, у нас что-то есть. Да одного ты берешь, и ведешь. Я бы хотел показать, чтобы они смотрели, если желание есть, посмотрите, в клетке есть отличное животное российского мясного мериноса с отличными мясными формами. Мы нашли то, что когда-то у нас не было. Спасибо вам большое за ваш труд. Старший Степан, Серик Васильевич, Бюро труда Ставропольского края.
30 лет отработал на этих животных. Это, ну я скажу так, это умница, это фанат, это автор и пород российского мясного мериноса. Переходим к следующему хозяину. Волгоградская порода. В этом году исполнилось 40 лет. Порода тонкорунного направления. Именно в жестких условиях в Волгоградской области, за Волжье, рядом Казахстан, на местных животных, с бритьем, ребята, вроде, наверное, основную роль сыграл овцы, выглядели такие животные, крупные, крупный костяк, крепкий костяк, и хорошо переносят эту бескормицу, которая есть в степях на границе с Казахстаном. Главное, что сегодня эти хозяйства, я не боюсь этого слова сказать, что у них вся продукция овцеводства рентабельна. Так, кто как считает, я больше говорю не имею хозяйства. Бывший глава района, одного из ведущих. Я не думаю, что овцеводство убыточно. Здесь правильно считают. Здесь правильно считают. Спасибо вам большое. Вот Волгоградская по Владимиру Ромашковский. Это оригинаторы породы. Там она была выведена, в Ромашковском. Спасибо вам большое за то, что вы приехали, что показываете. Переходим к республике Калмыкия. Завод Первомайский. Гродненская порода овец. Это тонкорунный меринос. В добрые советские времена будучи в Австралии для покупки племенных животных для Советского Союза, был один из горящих заводов в Австралии Хаден Ринг. И там как бы внук владельца, он назвал владельцу, Шон Огру сказал: мой дедушка в 20-х годах продавал Ленину маточное поголовье с Хаден Ринга. На основе этих животных и австралийских в республике Дагестан, на Нагайском районе, знаменитом когда-то при заводе червёной бурны была выведена порода. Она была, ну как бы сказать, одна из самых маленьких, но в то же время самой тонкой шерстью. Это был гродненский меринос. Сегодня понятно, что и стоят люди на месте. Мы знаем, что здесь есть изменения. Австралийских мериносов. Животное стало крупнее, животное стало более экономичнее. Спасибо большое. Переходим к следующему хозяину. На вчерашний день, я образно повторяю, прошлый год, это после червёных бурнов было одно из ведущих племенных заводов, мы считаем их материнское, это завод Черноземецкий. Была гродненская порода, но в прошлом году они получили сегодня новую породу, она называется «Алмая Черноземецкая Черноземецкий Веринос». С большим прилетием в крае австралийских мериносов эти животные сегодня, как и в Австралии говорят, животные типа модерн. Это неплохие формы выраженные. Очень даже 6-5. Люди не стоят на месте. Здесь руководитель Саля Иванович. Где-то вот, где-то пришли люди. Сантехник. Молодцы. Спасибо вам большое. Вот мы переходим к интересному животному. Это калмыцкая порода. Там возле клетки стоит нельвайская порода. Идет такой нельвайский спор. Тоже есть у них старше. Казаки с берегов Волги, а точнее Игия, называли этих животных, что там мы старше. И называется нельвайская порода овцы.
А румыны говорят, когда вы переходили с Угарии и сюда, последний румыны, у нас было, я могу ошибиться, кто-то говорит 5 видов нашего скота. Овца, верблюд, лошадь, собака. Все, интересно. Вот они добились в пятом году, они путем поднимая все народные селекции. Вот сегодня красивые животные. Трубожор. В принципе, как вчера из Рязанской области, нам очень интересно будет это общение. Спасибо большое. Руководитель комитета в одной силе. Ну, я говорил о таких животных. Волгоградская работа. С вами. Здесь представлены. Мы переходим к Дагестанской горной. Семенной завод Чок. А эти НАТО этой породы. Есть сыновья авторов этой породы. Поднимите руку, Руслан Аслай. Скажу, его папа один из авторов. Республики Дагестан. Мы перейдем к тем животным, которые как бы, сегодня имеют какую-то ценность. Но я уже говорю, что армия не знала, была хорошая жизнь. Ученые Дагестана, ученые России в совместных условиях занимались наблюдением этой породы. На место Дагестанской горной путем прийти твердым верхом мы сегодня можем назвать немецкая порода оповед. Мы сегодня их можем назвать то ли не виноват, кто-то из одной из тех животных. Сегодня они получили животных хорошей подкорунной шерсти. Эти животные ежегодно делают очень большие переходы. Низин Дагестана, хотя горы, Альпийские луга, до высоты, прямо не могу сказать, до 3000. Это, конечно, трудоемкая процесс работы. Просто спокойно выйти, крепко быть его. Спасибо большое. Мы переходим. Региональный центр Московской области. Юлия Чиж. Она нам представляет животное мясного направления Текси. Это женщина, которая она любит этих животных. Не только этих, она любит таких. Ее можно увидеть. Разные кости, у нее можно быть разных кост. И главное, что единственный человек, я не боюсь, что пусть ребята уже не послушают, что на этого животного будет спокойно, как собачка. Вот они идут. Юля, учи, говори, войдите так, как вожу я. Это животное, как и дагестанская горная, делает большие переходы. Они у нас есть, Карачаевские, Кабардино Балкарии. Но как они заявляют, что со слов Владимира Владимировича Путина самый вкусный шашлык из баранины в Карачаевской. Но мы, правда, Владимир Владимировича не угощали. А вот здесь почему-то никого не угостить. Вот это Финал Борисовича справится, она радует с подносом, конопушечку у нас происходит. Спасибо большое. Хорошее животное. Добронравное, скажу. Хотя они сами голову внут. Да он должен нормально сидеть. Но когда я разговаривал, говорил о калмыцке, мы обращали внимание не на это. Это занимается походами. Селекционная гибкость. Нашего центра. Волгоград и Дербань. Левобережье. Волгоградской области. Выковский район. Крестьянской деревни. Где Волошин? У меня фотография есть. Это статуя этих животных. Видите?
я не знаю, он фотографировал и снимал вокруг доктора, но как будто бы кто-то их так расставил, потому что мать бывает черная, рыжая, белая. Вот в кругу, как в крапинке, через десяток черных, допустим, пять серых, обязательно одна белая. Конечно, с высоты, оно есть в интернете, можно легко посмотреть, найти волгоградный дизайн, пожалуйста, найдете. Значит, мы переходим к следующему животному. Колхоз племенной, завод имени Ленина, Ставропольский край, Арскирский район. Хозяйство занималось исконно, вообще собственно, советским перенозом. Буквально 10 лет назад, когда мы завезли и поняли экономику с этого животного, значит, практически сегодня в этом хозяйстве те же животные, российский мясной меринос, они являются, хозяйство является автором породы российский мясной меринос. Обратите внимание, приобретя отличные мясные формы, ширина, длина этого животного. Дима, открой еще раз, сантехник-инфекционер. И шерсть до 20 микрон, отличного качества. Спасибо вам большое. А животные вот этой породы, с Республики Дагестан, в 1912 году, я еще раз повторю, в 1912 году на первой российской выставке в Москве были представлены животными лезгинской породы Республики Дагестан. Вот оно сегодня находится здесь, это животное. Грубожерстное, но оно тоже интересное. Делают очень большие переходы, поднимаются в горы. Вот их два стоят сошли, тушинская. Немножко мелкое животное, но в то же время крепкое. Так от этого выгодно. И на одной из выставок в Ириске мне нравился его сын. Остался сегодня там, продолжал долго. Это наш пресс-секретарь Нина Борисовна. Когда они принесли этих животных на выставку, мы были покорены, как они. Понимаете? Берет этого барана за рог, а их пять в машине сидят. И так спокойно выходит из машины. И вы видите, они все, как солдаты, строят ни вправо, ни влево, все за провозаном пришли к лету. Это говорит о том, что человек очень любит этих животных. И эти животные отдают любовь тоже. Мы переходим тушинской породе. Наверное, бурки. Взять шерсть этих животных. А бурка для чабана, горца, это и дом, это и палатка, защита от солнца, защита от ветра, защита, как и от жары, от холода. Племенной завод Стелла. Это Восток? Это племенной завод Стелла. А его козу. Так что спасибо, ребята, что вы сегодня здесь, что вы сегодня с нами, что вы показали свои достижения. У нас сегодня 26 хозяйств, участники выставки, из 12 регионов Российской Федерации. Представлено 23 породы овец и 5 пород коз. Мы, наверное, чуть попозже, может быть, найдем время, покажем вам их коз еще.